empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know this goal. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? Приветствую всех поклонников авиации с Firefall Fire. В шведскую ветку попадает еще один виган. На этот раз штурмовой модификации. Казалось бы, что в этом плохого? Штурмовиков у Швеции фактически нет. Новый самолет. Все должно быть хорошо. Но дело в том, что в прошлый раз улитки уже предоставили игрокам прокачивать один виган. Отличался он всего лишь наличием всеракурсных ракет и большим количеством ЛТЦ. Ситуация повторяется вновь. Давайте посмотрим, чем отличается штурмовый виган на 10.3 и новый добавленный, аж на 11.3. У нас стало на 2 маврика больше. И все. Это точно такие же ракеты, только их теперь стало 4. И ради 2 мавриков прокачивать еще один самолет. Точнее получается, что вы будете использовать 3 маврика. Потому что когда мы берем 4 ракеты RB-75, мы не можем поставить ни УТЦ, ни взять пушку. Так что приходится выбирать, устанавливать одну тридцатку, чтобы не оказаться в ситуации, когда вам нечем ответить, или взять блок контрмер, чтобы не подставиться под ракет. Под крылом можно подвесить лишь 2 заднеракурсных ракеты RB-24G, хотя доступны и всеракурсные. Но угадайте, как мы их можем взять. Верно, вместо мавриков. Неуправляемое вооружение в виде бомб и ракет точно такое же, как и на предыдущей модификации Вигана. Поэтому единственное отличие по штурмовке – это 2 дополнительных маврика. Причем в игре нет разницы, будем мы использовать одну ракету или возьмем сразу 4. По стоимости подвесы будут по одной цене, а маврики стоят очень дорого. За них просят отдать в среднем 800 очков возрождения, что приравнивается к загруженному Су-25Т. Только в отличие от Вигана, грач способен таскать куда больше полезной нагрузки. Мы же довольствуемся ракетами «выстрелил и забыл». В реале War Thunder про цель забывает не игрок, а как раз именно ракета. Неоднократно видел, как Маврик повреждает, но не уничтожает вражеский танк. Теперь представьте, что вы попали в бой, где в воздухе баражирует вражеская авиация, на земле вас ждут зенитки, а вы летите в лучшем случае с 3 Мавриками, из которых один точно сработает в холостую. Хуже сценария не найдешь. К этому еще можете добавить, что прицел у нас монохромный и без тепловизора. А в плохую погоду или ночью Маврик уже не покидать. Так что хоть и Виган считается ударным самолетом, штурмовик из него никакой. В авиационных боях тоже ловить особо нечего. 2 всеракурсными ракетами никого не удивишь, а больше взять не получится. Иначе вам опять придется решать, убрать пушку или единственный блок ЛТЦ. Есть еще крылевые и заднеракурсные ракеты, но это для особых случаев. У пушки, кстати, нет трассеров. Она, безусловно, скорострельная и убойная, но с нее нужно еще попасть. У самолета выделяется разве что только хороший радар, но, увы, для него нет подходящих ракет. Но в бои мы попадаем зачастую к топам или предтоповым истребителям. Единственное, чем мы можем похвастаться, это хорошей скоростью в горизонте. Флаттер почти под 1500 км/ч, но маневренность позволяет быстро выйти на 6 противнику. Однако из-за этого мы моментально теряем всю свою скорость, и набирать мы ее будем долго. Обычно я действовал проходными атаками и пытался найти противника, который будет затянут боем, потому что в дуэли ходить опасно, а в лобовой сейчас мало кто игнорирует пуски ракет, отбрасывает одиночные ЛТЦ и ракета всегда на нее ведется. Моей главной целью стали Томкэты, в них ракеты залетают на ура. Еще отмечу большой расход топлива, но его можно частично компенсировать подвесным топливным баком. В симуляторе на боях практически все то же самое, нам приходится реализовывать 3 маврика. Бывало, что я занимался сбитием вертолетов, кому в сетапе 10-2 предостаточно. Одно из развлечений – скинуть маврик по вертолету. Летать приходится по нулем, так как часто встречаются ЗРК. Поначалу я вылетал без пушки и сразу же направился на грача. Крутился с ним несколько минут, пока понял, что все это зря. Попытался улететь, но поймал R60. Самое обидное, что в ту же секунду, как он пустил ракету, его сбили. По управлению от других виганов этот не отличается. К
как я уже говорил, доворачивает самолет отлично, но охотно теряет при этом скорость. И я не вижу смысла в этом новом Вигене. Люди будут его выкачивать просто ради одного или двух мавриков, которые дорогие по очкам возрождения, так еще и с нестабильным уроном. А две всерокерсные ракеты на чуть низком бэре, чем истребительная версия, тоже не лучший выбор. Мы все равно попадаем в один бой с топами, так что самолет проходной. Чтобы новый Виген хоть как-то стал востребованным, улитке нужно снизить ему боевой рейтинг и понизить стоимость подвесов. Тогда, возможно, еще будет толк от двух дополнительных ракет. А что думаете вы? Пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока.